не ждали, а вот мы взяли и пришли. Пришли сказать слова для вас мы. Вот против вас мы, малыши. Добрый день, дорогие друзья, гости, родители, учителя. Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. У всех наступит день, когда из школы уходить пора. Прочь грусть и праздник, чтоб начать, ребят пора нам приглашать. Мы заканчиваем 4-й класс и перейдем в 5-й.
Максим и Маша, две Алины, Никита, Арсен, Матвей и Вероника. Надя есть и Соня есть, сразу всех и перечесть. Катя, Вика, Софа, Даша, Адель, Степа, Миша, Саша, Настя две, Камил и Вася, а еще Кирилл и Ваня. В общем, скажем мы, друзья, классная, дружная семья. Вы, конечно, не зевайте, сколько в классе нас, считайте. Наш класс населяют 27 человек, из них абсолютное большинство – дети. Хотя последнее слово всегда почему-то за единственным взрослым. Возьмемся за дело, делу не сдобровать. Ссоримся и тут же миримся. Любимые дни недели – суббота и воскресенье. Общее настроение – веселое!
учились, не знали особой печали, и много умеем, и многое знаем. Начинается со школьного звонка. Просто. Но вы не думайте,
думайте, что мы только и делали, что писали, читали, считали. На сцене будущая солистка больших и малых театров. Белкина Вероника, встречайте! Случалось у нас и такое. Здравствуйте, класс. Садитесь, начинаем урок. Степа, почему тебе все задачи решает папа? Матвей, определи, где север, где юг. Почему? Когда я выхожу в доске, мне становится жарко. Адель, ты гербарий принес? Нет. Почему же? Я не знаю, где он растет. Так, продолжим. Ребята, что вы знаете о древнеегипетских пирамидах? Ответь ты, Настя. Чего же?
Сероплашки. Из спотений, из спряжений, из контрольных, из сочинений сделано четвероклашки. Сделано четвероклашки. Чтобы мам не огорчать,
чтобы учиться с наслаждением на 4 и на 5. Давайте разгадаем секрет буквы К. Книга, маска, каникулы, контроль. Я предлагаю встретиться с теми, кто прячется за буквой К. Это наш 4-й класс. Мы умеем друг с другом дружить. Если трудно кому-то из нас, то друзья нам помогут тот час. Говорят, не повезет, если друг с тобой рядом не идет, будет все наоборот. Если рядом друг, то точно повезет. Ребят! Какое это время? Ты бегаешь, он бегает, они бегают. Оказалось, я напрасно волновалась.
наши пословицы и поговорки можем сами приспособить на новый лад. Не веришь? Не верю. Так проверь. Называй мне начало пословицы, а я ее буду тебе по-новому оканчивать. Хорошо. Кто ищет, тот всегда найдет. Подумал сообразительный, заглядывая во время контрольной в тетрадь к соседу. Копейка рубль бережет. Подумал экономный и решил не сдавать деньги девочкам на 8 марта. Делу время, потехе час. Подумал веселый, уматывая с урока домой. Вот такие мы талантливые. А что дальше будет? Пятый класс я вижу за компьютерами, за учебниками. Девочек вижу за швейными станками, мальчиков за столярными станками. А теперь я расскажу про детей. В 2035 год. Приходит весна. Мы в ваших газетах прочтем имена. Вася. Ученым известным стал. Саша. Служил и уже генерал. Виктория. Супердизайнер и визажист. Проекты, идеи, наверное, ложатся на лист. Настя. В Париже на конкурсе танцев сразила изяществом всех иностранцев. Кирилл. Хозяином стал автопарка, вот только с бензином по-прежнему парка. Миша с Ульяной. Погрузились в науку, открыли зачем-то теорию звука, еще поработав теорию света, и лауреатами стали за это. Подумайте только, наша-то Маша, та, что сметливее всех и краше, живет и работает здесь по соседству, главврач поликлиники детской. Вероника и Надя едут к нам на гастроли, играют в театре только главные роли. Камир, что тихий такой и угрюмый, теперь депутат Государственной Думы. Соня. То звездочка в шахматном мире, а клеток всего 64. Она чемпиону подножку поставила, чтобы на троне побыть немножко. А Катя. Директор школы этой.
уже возглавляет медсовет. Сопа, ректор МГУ, знает все она уловки. У студентов свои шпаргалки ликвидируют быстро и ловко. Адель, банкир, красивее его нету. Много приходится ему путешествовать по свету. Настя открыла очередную выставку картин. По стране ее выставки номер один. Даша, красотка. Звезда шоу-бизнеса и никогда не боится кризисов. Ваня, тренер по ушу. Не стоит ему вешать на уши лапшу. Арсен, строитель, директор фирм Зодчи. Очень уважает его простой рабочий. Принтер, компьютер, мобильник и факс. В своем магазине продаст вам Макс. Оба Феди спортсмены. У них большие планы. Хотят уехать в Соединенные Штаты. Степа, директор автосалона. Все вы найдете там вплоть до Линкольна. Матвей, владелец лодочной станции. Никита общается только с иностранцами. Пройдет лишь несколько лет, как придет весна. Мы в ваших газетах прочтем имена. Дорогие выпускники, в тяжелое время мы живем. Помните, что самое главное — быть людьми. Помните, что только добро и справедливость поможет вам преодолеть все невзгоды. Пусть этот звездопад озарит вас чужим. Удачи, радости и жизни. Boys, please.
Но у вас не позабудут наши верные сердца.
За 4 года, которые мы провели с вами вместе, мы провели 31 экскурсию. Помните Великий Устюг? Помните Кострому, Владимир, Суздаль, Казань, Санкт-Петербург, Ярославль, Париж, Брестская крепость, Хатынь? Помните? Помните. Мы участвовали в 41 конкурсе и олимпиаде различного уровня, где вы занимали 1-е места. Аплодисменты. Молодцы. Оставайтесь такими же любознательными, целеустремленными, дружными. Дорожите своими родителями. Ведь без них мы с вами, в общем, не осилили бы ту планку, да, в обучении, которую мы достигли. И я, в свою очередь, выражаю огромную благодарность нашим замечательным родителям. Спасибо вам большое. А сегодня, ребята, я вас передаю в надежные руки новому классному руководителю Козыренко Валентине Ивановне. Давайте пригласим ее к микрофону. Учащихся 4 Г-класса зачитать. Я, ниже подписавшаяся Моисеева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов, доверяю вам целое созвездие умных, творческих, оригинальных, непоседливых, иногда конфликтных, но самых классных детей. Техническая характеристика класса. Мальчиков 14, девочек 13. Средний рост 135 сантиметров. Средний вес 40 килограммов. За 4 года было съедено 5 тонн хлебобулочных изделий. Вынесено из мусорной корзины 20 тонн мусора. За прошедший период прочитано столько книг, изучено столько учебников, ну что, если выложить их в линию, то получится расстояние, равное расстоянию до Луны. У них есть особые приметы. Любят бегать и играться, пошутить и посмеяться, чтоб любили, уважали, никогда не обижали, чтоб внимание уделяли, дни рождения отмечали. В течение 4 лет класс эксплуатировался в соответствии с требованиями Министерства образования и администрации школы. Дети выдержали проверки комиссий, показали отличные открытые уроки, успешно прошли курс начальной школы и могут изучать предметы следующей ступени. Ребята, Татьяна Николаевна говорит вам до свидания, только до свидания. Я думаю, что она обязательно и в дальнейшем будет встречаться с вами, все обсуждать. Всего доброго. Приятного конкурса. Уважение. Вы учитесь буквы большой, с молодой.
молодой и прекрасной душой. Сколько долгих лет, сколько зим отдавали вы нам озорным. Улучшали мы фигуру на уроках физкультуры. Я теперь совсем здоров, мне не нужно докторов. Спасибо, Татьяна Ивановна, за ваше терпение. Татьяна Евгеньевна, надежный, верный друг. Таких учителей не сыщите вокруг. За знания и за терпение, за человеческую простоту, за ваше бескорыстное горение. Вам спасибо говорим и за все благодарим. Скажем поварам спасибо за отличную еду. Детям было очень вкусно. Все сметали на лету. Спасибо! Что ж тут удивляться? Оно от всех уходит навсегда. И хочется и плакать, и смеяться, ни с кем не расставаться никогда. Внимание! Слово предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательному процессу Зайцевой Валентине Леонидовне. Хочу передать вначале слова благодарности и поздравления с окончанием начальной школы от директора школы Ноны Автандиловны. В силу своей занятости она просит прощения и должна была уйти. Совсем недавно, ребята, вы пришли к нам в школу на курсы адаптации. Помните? Помните? Кто-то плакал, кто-то пытался выбежать из класса. Вы еще не понимали, зачем вы пришли в школу и что с вами тут будут делать. Но время пробежало очень быстро. И сегодня перед нами талантливые, умные, гениальные будущие. Пятиклассники, вы заканчиваете начальную школу. И все, чему вас научили, конечно, это все пригодится. Все годы, которые вы провели с Татьяной Николаевной, это незабываемые годы. Я хочу вам пожелать сохранить вот те навыки к учебе, стремление к знанию, которые вам привела Татьяна Николаевна. Вы талантливые, вы умные, вы замечательные ребята. Я желаю вам хорошо отдохнуть летом, набраться сил и вернуться в школу для преодоления новых вершин. Уважаемые родители, я вас поздравляю с окончанием и с преодолением второй ступени образования. И хочу пожелать прежде всего здоровья. Оно нам всем не лишнее всегда. И попросить вас, не оставляйте своих детей без внимания. Помогайте им и дальше учиться. И все у нас будет замечательно. Спасибо вам огромное за великолепный праздник, за ваше замечательное шоу. Спасибо, ребята. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, в каждом классе есть отличный? Есть? Да. Есть. А где еще отличники могут быть? А еще отличники есть среди наших учителей. Да, в каждом педагогическом коллективе есть отличники. Вчера мы вручали диплом финалиста, участника конкурса, большого всероссийского конкурса «Учитель». Это финалист. А сегодня мы вручаем диплом участника первого этапа конкурса, всероссийского конкурса «Педагог года Москвы 2016» Моисеевой Татьяне Николаевне и Афанасьевой Татьяне Александровне. Отличники вместе с Булковой Дарьей Евгеньевной.
Пятиклассник, называться будут нас. До свидания, класс четвертый. Мы прощаемся с тобой, со своей любимой партой и с окошком, и с доской. Полюбили мы друг друга, дружба крепкая у нас. Вместе с нами наша дружба переходит в пятый класс. А учительница наша снова в первый класс пойдет. Нам она сказала: круто, пятиклассник вам везет. Звезда, давай шептать, иди, круто ты попал в пятый класс. Ты звезда, вперед смелее гляди. Пятый класс. Мы учились, мы старались, книжек много мы прочли. И ругались, и мирились, и друзей приобрели. Нас директор звал на сцену и подарки нам вручал. Оказалось, я, ребята, в самый лучший класс попал. Мамы, папы дорогие, очень крепко любим вас. Просим вас переходить вместе с нами в пятый класс. Будет нужен нам по жизни ваш родительский запал. Без родителей, ребята, я пропал, и ты пропал. Круто мы идем